Ну что ж, друзья, я не знаю, как слышно, потому что ветер дует, шум речки, но я хочу вам кое-что показать. Я это сделал, ну вернее мы это сделали, а я чисто для себя это сделал. Это, конечно, я буду отходить, наверное, неделю. Как бы не больше. Это обалденная красота. О, не зря. Не зря. Это просто великолепно. Посмотрите, посмотрите. Все как в легенде. О, это ведь правда. Обалдеть. Горная вода. Чистейшая. Прозрачная. Это просто супер. Ну что ж, подойдем поближе, друзья. Я не верю в это. Да. Это нижнее озеро, это ущелье Сайрамсу. В принципе, все очень круто. Единственный только минус — это долгий путь. У кого кто курит, кто пьет, у кого плохое здоровье, они не смогут это все выдержать. Спортики, да, без проблем, вот как мы трое, спортики без проблем. Выдержали. Вот. Оператор вообще спорт. Ну да, оператор чуть не сдох за камерой, конечно, но ничего, спортик. Там оставайся, чё ты. Я домой пошёл, да? Вот так, собственно, и происходит отдых на озере Сайрамсу, на нижнем озере. Это называется, мужики нашли себе развлечение. Давайте, гайс. Дорогие друзья, в общем, отдохнули мы на этом замечательном озере. Несмотря на то, что я говорил, что я устал, что, не знаю, все, ничего не хочу. Нет, хорошо, отдохнули. Вопрос о том, как я буду идти обратно, остается в силе. Ну, мы отдохнули. Ноги, не знаю, пока в принципе не болят. Сейчас спускаться только. Позади меня вы видите это замечательное озеро. Там еще ребята. Вот так, в общем, прошел наш день. Рамзес искупался. Я устал. Ну, все устали, в принципе. Но я думаю, все довольны. Рулит, слышите? Ответили тебе. Да рулит, только заткнись, да?
Друзья, всем привет, это Шымкентский YouTube. Мы сегодня отдыхаем на Нижнем озере. Это ущелье Сайрамсу. Все очень круто, сегодня у нас гости из Нидерландов. Кстати, если вы хотите куда-то поехать, но у вас нет на это возможности организовывать, мы все за вас организуем, мы все сделаем. Шымкентский YouTube, любые поездки в любое место в Южно-Казахстанской области. Тебе помочь? Нет. Вот так мы спускаемся с горы. Я и Дима, и Матис. Что поделать? Банку я потом закину. Друзья, это нечто! Это Сайрамсу, Нижнее озеро! Я чувствую такой прилив энергии! Причем армянской энергии, друзья, это нечто! Я хочу вот купаться, я иду, но нет, в следующей серии, друзья! Вот позади меня Дима пьет, наш оператор Рудик пьет! Друзья, хотите путешествовать? Хотите веселые поездки? Обращайтесь в Шымкентский YouTube! Мы для вас все устроим! Сломал. Дорогие друзья, в принципе все окей, да? В принципе. Когда выходишь на ровную трассу, все просто великолепно. Мы прошли один участок, который я честно боялся проходить. Мы прошли его с другой стороны. Нашли другую тропу. Уф, я не знаю, в какой части видео я уже это говорю, да, я там разделю, естественно. Это здорово. Не знаю, как насчет ребят. Матя спускается, как на эскалаторе. Он любит горы. Короче, он все это любит, экстрим. Ребята, альпинисты, кто ходил, какова сложность вот этого маршрута? Сайрамсу, и, то есть Нижнее озеро Сайрамсу. Может быть, я что-то не прав. Может быть, там сложности нету, а только я такой вот, понимаешь ли, лентяй. Мне это все сложно и страшно. Ну, в общем, не суть. У нас садится солнце, пожалуйста. Красивый такой вид. И это даже немного настораживает. Почему? Потому что нам надо выбраться до темноты. Ну что ж, едем дальше. Привет! Мы Шымкентский канал. У нас сегодня самый большой герой — это Рамзан. Я не герой, я просто прошел через свои страхи. Сфигали. Вот это вообще красавчик. Все, салам. Та-да-да-дам! Шымкентский YouTube, поездки. Любые места и у кого. Дорогие друзья, наше путешествие, к сожалению, на этом заканчивается. Мы уже сейчас подходим к тем местам, собственно, откуда мы уедем домой. Так вот. Конечно, устали, перенервничал, вы сами видели. Сейчас я спокоен. Даже немножко. Жалко, но не сильно. Опять мои любимые спуски. Ну ничего.